Скажите, доктор, а это правда, что детям полезно носить изделия из просто колючей или очень колючей шерсти? Или это последний отголосок древнего суеверия, из-за которого парули розгами совсем крохотных детей, мол, от ударов розгами кожа здоровее будет? Что мне нравится вот, в работе педиатра, ты вот, 40 лет будешь лечить детей, и все равно у тебя что-нибудь спросят, что тебя будет удивлять, и ты будешь думать, как вообще на это ответить. Ребят, ну жизнь человека нельзя превращать в издевательство над себе подобными но ну, это общая как бы ну, философия такая ну, вот не надо доставлять людям дискомфорт когда без этого можно обойтись но ну, если нет альтернативы и у вас есть только колючая шерсть вот, которую вы можете использоваться ну тогда проще всего внушать самому себе что это страшно полезно вот страшно полезно страшно полезно есть есть грязное сырое э, то что невозможно проживать то что воняет и внушать себя, что это страшно полезно. Короче говоря, полезно получать удовольствие от всего. От одежды, от окружающих тебя людей, от вкуса еды, от воздуха, которым ты дышишь, от того, с кем ты вынужден общаться. Вот от этого всего надо стремиться получать удовольствие. Если некая одежда вам колет, жмет, трет, что не надо доказывать самим себе, что это полезно. Это не полезно. Просто потому, что доставляет человеку дискомфорт. Учитесь и приучайте детей жить э, в удовольствии. В удовольствии. Главное, чтобы от удовольствия, которое получаете вы, не было дискомфортно тем, кто рядом с вами. Поэтому оставляй, оставайтесь рядом с нами: мы не даем советов, от которых кому-то становится плохо. Мы как раз пытаемся найти тот алгоритм действий семьи когда хорошо не только ребенку, но и маме и папе. И вот задача мамы и папы внушить бабушкам и дедушкам, что мазохизм не к лицу людям в 21 веке. Делайте правильные выводы, подписывайтесь на наш канал. А под. Колючий свитер. Одевайте удобное, мягкое современное термобелье. И будет жизнь прекрасна. Всем пока!